Подозреваемые забирали деньги из банкоматов, используя метод кэш-трэппинг. В переводе это означает установка ловушки купюрам. Человек подходит к банкомату, вставляет свою карту и пытается снять наличные. Тут вступает в игру установленная ловушка. Она захватывает пачку купюр и не позволяет им выйти через специальный слот в банкомате. Человек думает, что он неисправен, но деньги с его счета уже ушли. Odată ce clientul nu are acces la bani, acesta pleacă în căutarea unui alt bancomat. Între timp, escrocul se apropie, scoate acea plăcuță metalică pe care tot el a instalat-o și ia toate bancnotele. Полиция инкриминирует двум задержанным мужчинам несколько десятков эпизодов краж денег из банкоматов. Если суд признает вину злоумышленников, они могут провести за решеткой до 6 лет тюрьмы. Одному из задержанных 30 лет, второму 31 год. Следователи установили причастность подозреваемых к 50 кражам из банкоматов методом кэш-трэппинг. В общей сложности мужчины получили более 100 тысяч леев, ущерб, нанесенный коммерческим банком Молдовы. В полиции заявили, что кражи из банкоматов методом кэш-трэппинг в Молдове имели место и ранее, но последний инцидент произошел более 3 лет назад. И вот опять. Призываем граждан быть внимательными при использовании банкомата. Если вы заметили какие-либо странные установки на аппарате или банкомат по вашей команде не выдаст наличные, а со счета деньги снимутся, сразу звоните в банк. Ранее полиция задержала членов ОПГ, которые тоже промышляли кражей денег из банкоматов, только делали они это за 40 секунд, вскрывая аппараты шлифовальной машиной или болгаркой, как ее называют в народе. Всего преступники украли таким способом 1 миллион леев. Светлана Турку, Евгений Гуменюк, Акчент ТВ.